Приветствую всех на канале «Цвет настроения». Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 41-летняя Алия Назарбаева, как оказалось, время зря не теряла. Так, по сообщениям британских СМИ, Алия смогла вывести из Казахстана более 300 миллионов долларов после того, как сообщила советникам, что ей опасно оставаться в стране. По информации СМИ, она разместила эту неприлично огромную сумму денег на счетах западных банков. И это еще не все. В 2006 году, чтобы получить гражданство Великобритании, Алия купила особняк на севере Лондона за 8 миллионов 750 тысяч фунтов стерлингов, это почти 900 миллионов рублей. Еще 14 миллионов долларов было потрачено на покупку недвижимости в Дубае. Также Назарбаева владеет самолетом повышенной комфортности, который обошелся ей 18 миллионов фунтов стерлингов, это почти 2 миллиарда рублей. Об этих внушительных тратах Назарбаевой стало известно после возникшего конфликта с ее финансовыми советниками. Тогда дочь Назарбаева подала на них в суд, обвинив в незаконном присвоении средств в заговоре с целью мошенничества. Напомню, младшая дочь Назарбаева Алия была известна тем, что в 18 лет вышла замуж за сына президента Кыргызстана Айдара Акаева. Однако молодым людям не суждено было жить долго и счастливо. Брак быстро распался, а отношения между Казахстаном и Кыргызстаном стали заметно натянутыми. Почти сразу после разводов Алия вновь выходит замуж. Ее вторым супругом стал казахстанский бизнесмен и футболист Данияр Хасенов. И несмотря, что у супругов родились две дочери, но и в отношениях с Данияром что-то не сложилось. Алия развелась во второй раз. Сейчас младшая из дочерей Назарбаевых замужем за бизнесменом и политиком Димашем Досановым. На сегодня Алия является общественным деятелем, кинопродюсером и воспитывает четверых детей. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!